Девчули, мальчишечки мои, привет! Как у вас дела? У нас сегодня такая небольшая распаковочка. Ну, можно сказать, маленькая распаковочка. В общем, сделала заказ. Без своих любимых белгородских все-таки я не могу, потому что, ну, все-таки они вкусные, отличаются вкусом. Вот. Merhabalar'daki çılırım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün biraz sipariş verdim. Sevdiğim tebeşirlerini hem de kil. Birincisi tebeşir göstereceğim, sonra kil. Tamam? Sonra bir tebeşir yiyebiliriz tabii ki. Şu an sadece tadını bakacağım hem de söyleyeceğim adlarını. My dragi, hi my dear, how are you? Буду вас ознакомливать со своей маленькой покупочкой, да? Сегодня вот мне привезли, кстати, хотела вам сказать, наверное, много буду говорить, но я коротко. Сегодня утром сняла видео, голубая узбечка в перемешку немножко с Туркестаном, там Туркестан у меня оставался, я его решила перемешать с голубой узбечкой, и по соли получилось просто супер. И я ела его со сластеной. Для кого ела? Для себя ела, конечно же, потому что видео просто не сохранилось. Вы представляете? Сделала такую массу, ой, пила ее, ой, вообще это было так аппетитно. Но потом просто оно не сохранилось. Вот. Я думаю, что мне нужно все-таки приобрести второй телефон, чтобы снимать только видео. Вот, пришла к этому решению уже, думаю, чтобы эту, как его там, микрофон не вытаскивать, и, в общем, надо немножко улучшить свою работу, да, так скажем, уже любительскую, вот. И еще там девушка писала, чтобы я занялась чем-то другим, а не чем попало, да, выставлять еду на показ. Но это на любителя, девушка. Вы должны понять, наверное, постараться понять людей, что у каждого свой выбор в жизни, и он делает то, что ему нравится. Но вот пока как-то мы не спрашиваем друг у друга, да, как, что нам делать. Но, честно скажу, иногда бывает, я спрашиваю, когда чего-то не знаю. Вот, у меня бывают такие вопросы именно в познавательной сфере. А так вот, честно сказать, ну, моим подписчикам многим нравится, как я ем, и поэтому некоторые уже даже и хотят и увидеть, как я это делаю, поэтому я это делаю, и мне это нравится, понимаете? Чисто мне нравится, да, если вам не нравится, то не обессудьте. Поэтому смотрите мелочки, как я грызу тогда, если не нравятся мукбанги с едой. Ну, как бы заняться нечем, может быть, вы и правы, нечем заняться. Я в данный момент не работаю, поэтому все может быть. Я работаю посезонно, и вообще, когда хочу, тогда и работаю. Могу и не работать. Вот. Просто сидеть и грызть мел. Ну, все это шутка шуткой, но как бы снимаем то, что желаем снимать. Поэтому я вас тоже уважаю, конечно, ваши взгляды. Может быть, как бы, если смотреть с вашей стороны, да, вы правы, я ничего не говорю. Но с моей стороны немножко по-другому. Так что смотрите тоже мукбанги мои, может быть, понравится потом. Кто его знает, потом будете просить: Маша, ну-ка, пожуй там что-нибудь. Такая, да? Ну вот, давайте приступим, мои дорогие. В общем, заказала я белую гору, как всегда. Я без нее не могу, вы знаете. Вот, пожалуйста. Кстати, хотела еще сказать номер телефона 0500-806-003, кто хочет заказать в Бишкеке мел и глину. Вот, я заказываю у них, и меня все устраивает просто. Спасибо им за поставку. Они мне привозят на дом. Вот, спасибо вам огромное. Ну, вот белая гора. Заказала 1 килограмм. Она такая просто напудренная. Ай, моя любовь, моя любовь. Ах, ну что, попробуем маленечко, наверное, да? М-м-м.
Как всегда, мои дорогие, у меня кола. Ну, вчера ее только налила, сегодня, ну, как с это. Ну, с мелочком, я думаю, полезет. Вот. Birinci tebe şirme adı Beyaz Dağ. Çok güzel. Benim en sevdiğim tebe şir. Второй девчули. Заказала тоже килограмм. Мой любимый. Сможете угадать? Ай-яй-яй-яй-яй. Вообще супер. Знаменский. Вот. Тебешир знаменский, чалк знаменский. Супер. Тоже заказала 1 килограмм. Также заказала мой любимый мелочек. Я его очень люблю. Вообще такие куски хорошие. Добротные, гладенькие, посмотрите, какая прелесть. Угадайте, Маломихайловский. Вот. Тоже я его люблю. Вы уже, многие, наверное, мои подписчики знают, что я люблю. Bu tebeşirin adı Mala Mikhailovski. Çalk Mala Mikhailovski. Эти три вида я заказала по 1 килограмму. По 0,5 килограмма заказала. Такой кусочек. Та-дам! Вот такие вот зефирки, да, скажем так. Сейчас там услышат меня. Вот. Это у нас новый оскол. Ну вот. Такая довольная я, ой. Ока, даже с парящими чокнуться. Ну и, конечно же, вот такой кусок. 0,5 килограмма. Новый оскол и это называется идеал. Идеал и новый оскол я заказала по 0,5 килограмма. Вот, здесь есть такие кусочки хорошие. Ну и мне дали подарочек такой, наверное, я так поняла. Да. Колосок. Мелочек. На пробу. Попробуем потом, да? Ой, девчонки, кола идет смело на ура. Также я заказала. Сейчас давайте я вас немного остановлю и скажу на следующую партию. Это у меня небольшие глинки. Сейчас, секундочку. Где вы у нас? Видео продолжается. Так, продолжаем, да? Ну, давайте ознакомлю теперь глинками, которые я заказала. Şimdi siparişim kil. Biraz kil aldım daha. Начнем с вот такого. Заказала 1 килограмм просто. Вкусняшки, да? И как вы угадали, это белый Туркестан. Та-дам! Вот вкусные. Кстати, помните, в Турции белый Туркестан меня отдавал каким-то привкусом травы или чего? Я думала, что он вообще такой. А этот нет.
без привкуса вкусный. И мой любимый светлый Туркестан. Beyaz Turkistan bunun adı. Bununki açık Turkistan. Ben çok seviyorum. Ой, девчонки, запах. Запах это вообще кокусы. Топрак коку, топрак. O kadar güzel ki. Ay inanılmaz. Ну и, конечно же, заказала вдобавок. Там у меня уже ее мало осталось. Вот такой кусок. 1 килограмм. Голубая узбечка. Мави Узбекистан. Блю Узбекистан. Вот. Ну, еще тут такой кусочек есть. Небольшой. Еще я ходила вчера погулять. За микрофоном, да, погулять. Увидела там блинки. В общем, я купила. Вот такой. Розовая пудра. Аде пембе пудра. Ки. Ну и на пробу они такие красивенькие. Взяла лаванда. Она, знаете, как мрамор. Вот. И мне понравилось, кстати, на вкус. Очень понравился. Взяла вот такой вот. Солнечный лучик. Вкусное. Мне понравилось оно вообще. Просто лучик. Настоящий солнечный лучик. Вы знаете? Ой. Сейчас я вам его продегустирую. Запах немножко плесени есть. Угу. Да. Сливочный. Очень мало скрипит. Очень. Но вкусный. Тады чу гюзель. Тулум пиенер бирас кокую. Evet, o bir kokusu var. Yani farklı koku kokuyor ya. Tulum peyniri pek sevmiyorum tabii ki. Kokusundan. Yağlı. Güzel. Bunlar yağlı değil. O yağlı. Aha. Еще розовую пудру хочу вам попробовать. Хочу продегустировать вместе с вами. Ну, розовую, не, ой, голубую узбечку уже не буду кусать, да? Потому что там еще зубы останутся мои. Его уже надо предварительно хотя бы слегка замочить, чтобы попробовать. Вот. А розовая пудра, пембе пудра. Ренги вала пембе я. Взяли. Очень твердый. В общем, из него только можно сделать крем. Крем у нас будет из него красивый. На вкус он я даже не поняла, потому что такой твердый, мамочка. В любом случае, заказала я довольна. Просто довольна. Ну все, мои дорогие, спарыш вердым, о кадар мутлуйым ки. Ай, санки бютюн дулакларым долды. О кадар яны. Ах, тешекер эдерим.
Öpüyorum, seviyorum. Ben her zaman sizden, siz de benimle beraber olun. Lütfen, rica ediyorum. Abone olursanız, like atarsanız çok teşekkür ederim. Hem de ben memnun olacağım. Мои дорогие, спасибо вам большое. Это был мой маленький такой заказ, который мне привезли домой. Спасибо им, поставщикам. Я довольна. Thank you, my dear. I love you. Ну, наверное, теперь что-нибудь погрызем в следующее видео. Обязательно. Ну, как-то вот хочется белую гору немножко погрызть. Удачи вам, целую вас, оперуемся. I love you.